Здравствуйте, мои дорогие! 31 октября – праздник Хэллоуина. В нашей стране взрослые, как правило, не празднуют этот праздник, ну а вот дети его очень любят. А я, как дизайнер, тоже люблю этот праздник, потому что здесь есть простор творчеству. И украсить венками двери, и украсить вход в дом очень остроумно, а также сделать композиции в саду и в доме. Сегодняшнее видео можно разделить на три части. Первая часть – это празднование Хэллоуина в Диснейленде и чудесные существа, которые там можно встретить. А также вы увидите, как все преобразились и себя разукрасили. А вторая часть будет праздничном столе. В этот праздник я расскажу, как приготовить некоторые блюда и напиток. Это можно сделать быстро и без особых затрат. Ну а третья часть будет посвящена как раз тому, как можно сделать макияж на Хэллоуин. Приятного просмотра, дорогие друзья! Ну а теперь мы делаем угощение на Хэллоуин. Итак, для работы нам понадобятся шашлычные шампуры, маленькие палочки деревянные. И виноград, это самое главное. И мы начинаем нанизывать на эти шампуры вот эти вот замечательные виноградины.
Продолжаем нанизывать. Я думаю, принцип вы уже поняли. И у нас вот такие получились длинненькие гусенички. Но мы сейчас будем делать им глазки. И вот мы сделали глазки, используя перец черный и сыр мягкий. И вот посмотрите, какие у нас замечательные шашлычки из винограда, шашлычки гусеницы для наших детишек и для гостей. Для следующего блюда нам понадобится бокал и шприц большой, и соки или томатный, или гранатовый, но любой красный сок. А для взрослых, кстати, можно сделать вообще кровавую мэри, чтобы потом с удовольствием выпить. Но я пока рассказываю для детей. В аптеке я купила шприцы 10 мл. И вот один из этих шприцов я сейчас и буду использовать. Я с них сняла иголочку, и сейчас я его буду использовать. Ну, вот такой вот экстравагантный у нас получился такой напиток. Замечательно. Снимаем иголочку. А для этих паучков нужна половина яичек и маслины. Ну и для глазок тоже мягкий сыр и черный перец.